Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 2. Запиши множество решений неравенства и отметь его на числовом луче. Существует ли в этом множестве наименьший элемент? А. n меньше 4. Решением данного неравенства являются числа 0, 1, 2 и 3. Обозначим эти числа на числовом луче. Это числа, которые меньше 4. Наименьший элемент – это 0. Б. М больше 4. Решением данного неравенства являются числа 5, 6, 7, 8 и так до бесконечности. Отметим эти числа на нашем луче. 5, 6, 7, 8 и так до бесконечности. Наименьшим элементом является число 5. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.